Ви нас пропустили, вам місце немає. Всем привет! Сегодня я с мамой вышли. Сегодня снимаю влог. Мам, куда мы пошли? На Михайловскую площадь. На Михайловской площади. Тут, короче, площадка. Не короче, а мы приехали на фуникулёре. Мы сейчас я чуть-чуть там засняла, как мы ездим на фуникулёре. Поэтому, короче, да. И мы сейчас идем смотреть на Днепр. Мам, может туда? А, мы сейчас пойдем. И выйдем на беседку. Мы сейчас выйдем на беседку. Поделаем там. Фотографии. Да, фотки. Может быть. Ну и сейчас мы придем и покажем. Я уже подхожу к этому Днепру. Сейчас посмотрите. Там так красиво, ребят. Это просто, не знаю. Ну, короче, сейчас вот мы. Вот, смотрите. О, как красиво. Вот. Там здесь видно. Классно. Вот, я приблизила. Там мост. Этот, который на Днепре. Там обрыв или... А, нет, там не обрыв. Там можно... Вот, мы сейчас в беседку зайдем. Посмотреть. Вот. Там так красиво. Это весь город? Весь, это Днепр. А, там вот Оболонец. Классно, там короче. Там Ударница. Класс. Сейчас подошли в кафе, купим мороженое. Может быть. Да, вот. Сейчас я займу место какое-то. Ну, например, вот сюда. Да. Классные стульчики. Ну, вообще, кайф. Просто круто. Михайловский собор, это красивый, мы сейчас туда зайдем. Дура. Мам, что это за культура? Женщина с ребенком. Ой, боже. Пошли, сфоткай меня. Классные. Сейчас мы будем фоткаться. А вон та церковь вблизи классно выглядит. Ну вот, это Маша. А, это фонтан? Наверное. Ну да. Мы идем в собор. Ну, внутрь. Вот, очень красиво. Классно, конечно. Давай я еще покажу, да, мы сюда зайдем, посмотрим, посмотри.